полно подвижных обстоятельств, я так понимаю, это не команда руки? Нет. И за ваше большое спасибо я денег не получу. Нет. Сворачиваемся. Мама, папа, не судите строго. Мы бутылки пива, это же не все. Молодцы у нас, везде дорога. А старика везде у нас почет. Ну-ка, кыш отсюда. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы уже поняли, сегодня будем определяться, кому, так сказать, дорога, а кому, так сказать, почет. Иначе говоря, кто молодой, а кто старый? Начнем, конечно, со своих. Так вот, Маша Старостина, иди сюда. Ну, Старостина, понятно, к старым, да? А почему же я к молодым? Пусть терзает мою молодую душу. Так, Анна. Меня сразу к молодым. А чем докажешь? Ты же не Маша. Ты же не Маша. Да, влёк. Молодым. К молодым, нет, молодым. Так, Гончар, иди сюда. Так, Гончар, а вот ты причисляешь себя к молодым? Частично. Что значит частично? До сюда, значит, причисляешь, отсюда нет, что ли? Золотник ты наш. Стар золотник, да не простудить бы. Милая моя, солнышко лесное. Сдается мне, Юренька, вы уже успели перепродаться сигнальские резервы. Побойтесь Бог. Откуда у этих людей деньги? Ну а что тогда? Ну, они мне обещали починить андроидный кувалет. А, Юля, стесняюсь спросить, а вы что собираетесь тырить андроиды из коллайдера? Так, со своими определились, теперь с другими командами. Да. Вот и АТ хорошая команда. И АТ молодые. Почему? Как почему? Молодым везде у нас зачет. Саша, а вот руки, а это молодые или старые? Ну, понимаешь, винтал молодой был? Молодой. Вот, а если у мужика винтал молодой, значит и руки не старые. А, Косинский молодой или старый? Кого? Косинский. Косинский? Ты старую колбасу когда-нибудь ела? Вот, быстрее пиши молодые, пока он не услышал. Точно, да, первым, Саша. Первым. А я предлагаю первым отнести к молодым. В смысле отнести к молодым? Боюсь, уже не дойдут. Что-то все у нас молодым и к молодым. Может быть, объединим молодых и старых? Маша, плохая идея. Что значит объединим молодых и старых? Представь себе вот эту феерическую сборную команды лиги и старый город. Что вот это вместе будет, а? Что? Это просто... Вот. Я Гончару с Макаровым то же самое говорил. Не открывайте 0.40. Не открывайте. Сенсация! Дорогие мои, сенсация, сенсация. Горилка-провод брошенный из старого города в колбасный завод остановлен. А? Но я к этому отношения никакого не имею. Отъем горилки и горилка-провода осуществляется на территории лиги. Проверено. Так что давайте все собираемся и в лигу поднимать. Давление. А я вот женщина молодая. Слушай, все получается, Сереж. У нас все абсолютно молодые. Одни мы, наверное, с тобой старые. Да-да. А старикам везде у нас почет. А можно и понечет. Стоп! Как говорится... Молодым командам финальная песня уже не поможет. А старикам только штрафных баллов добавят.